Для ремонта нет плохой погоды. Да и погода не важна, когда горят сроки. Но когда самого нужного нет в одной точке, во второй, в третьей, вот это действительно проблема. Так и тратишь свое время впустую. Ну что, где вы? Обещали же еще час назад быть. Еду я, еду. Только сейчас нашел все, что нужно. Это все хорошо, но ждать уже нет времени. Переносим на завтра. И без опозданий. Пока. Я же не виноват, что нет в одном месте всего необходимого.